На заседании районной антинаркотической комиссии рассмотрели вопросы по противодействию наркопреступности на территории Белоглинского района. Уничтожено 3 очага дикорастущих, происхождения дикорастущих растений конопли. Это в Успенском поселении, в Центральном. Значит, и было возбуждено 2 уголовных дела по статье 221 «Незаконное культивирование наркосодержащих растений». Взаимодействие со всеми налажено, никаких проблем не возникает. На территориях, где уничтожали, работаем совместно, в Центральном, в Успенском, никаких проблем нет, в Павловском. С казачеством тоже взаимодействие налажено в этом плане. Эти вопросы на контроле у районного казачьего общества. В этом году еще работа только проводится, группа формируется, соглашение только заключается на маленькое. Главы сельских поселений отчитались о работе, предпринимаемой в плане противодействия распространению и употреблению наркотических веществ, лечению, реабилитации наркозависимых. Разработан план по проведению всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в рамках месячника, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Особенно акцент сделан на мероприятии по профилактике правонарушений в молодежной среде. Профилактическая работа среди несовершеннолетних налажена на должном уровне. Во взаимодействии со всеми органами системы профилактики мы проводим, я считаю, что достаточно многих мероприятий на данную тему. Каждый месяц до 5 числа с наркологом мы проводим сверки всех состоящих у нас на учете. Подростков, состоящих на учете за употребление наркотических веществ, у нас на территории района нет. Буквально сегодня мы провели сверку по подросткам, которые у нас находятся в группе риска за употреблением алкогольной продукции. Не стоим мы на месте, мы движемся, профилактируем, очень много мероприятий в техникуме проводим. Причем мы проводим мероприятия не только сотрудники полиции, а обязательно с нами и врач-нарколог по возможности принимает участие. Проводится работа по обучению лидеров молодежных организаций основам социальной и профилактической работы, развитию добровольческого движения, грантовая поддержка инновационных и перспективных проектов молодежных организаций в сфере первичной профилактики наркомании и зависимости.